метеопрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор – Северодвинский хлебокомбинат. 18 июня, по данным ГИСМЕТЕО, в Северодвинске ночью ожидается 10 градусов тепла, днем плюс 14. Малооблачно и небольшой дождь. Ветер южный, умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится и составит 749 миллиметров ртутного столба. По народному календарю 18 июня – День Дорофея. С этого дня начинаются самые короткие ночи в году – воробьиные. В народе говорили: «День Дорофея – утро вечера мудренее». А наш спонсор – Северодвинский хлебокомбинат – продолжает радовать горожан вкусными новинками. Спрашивайте свежую продукцию в фирменной торговой сети и в магазинах города. На этом у меня все. Желаю солнечного летнего настроения и добрых улыбок. До свидания!